Всем доброе утро. У меня Варюшка в школе. Алена сегодня дома, она еще болеет. Мне вчера было опять плохо. В общем, в школу сегодня не идем. Не знаю, когда мы пойдем, в этом году еще или нет. Пока не решили. Я собираюсь выпить кофеек и иду делать ногти. Мои ногти, конечно, без слез не взглянешь. Как они выглядят сейчас. Два калеки, три нет, тут три калеки. Этот вообще непонятно, что, короче, ужас. Ужас, ужас. Не хотела включать свет, но, наверное, включу. Сейчас покажу, как прикольно смотрится. Надо лекарства убирать. Ладно, не покажу. Лекарства все стоят. Не так прикольно смотрится. Ой. Сейчас покажу. Положила новые салфеточки новогодние. Надо было раньше их купить. Тут этажерка стоит. Лекарства, вот, если вот так не смотреть. Вообще офигенный такой стол праздничный какой-то стал. Merry Christmas. В общем, вот. Буду пить кофеёк, и мне нужно будет бежать на ноготочки. Иду я на ногти. Никого не трогаю. И бежит, меня собака ловит. Там она где-то опять лает. Я ее так обходила. За лавочку встала, постояла. Она лает, стоит возле меня. Ну, пришлось через сугроб перелезть. Короче, я трусиха, собак боюсь, на меня уже нападал собака. Поэтому, имея собаку маленькую, я все равно боюсь собак больших. Я уже почти добежала. Так что все, пошла наводить красоту. Так, ну все, я вернулась с ногтей. Сделали мне красоту, уже успела забежать в магазин. Вы не поверите, что я сейчас буду делать. Покажу вам сначала свои красивые ноготочки. Как сфокусироваться, чтобы они на ноготках сфокусировалось все. Сейчас переверну камеру, покажу. Я сейчас вам покажу распаковку и поеду на работу. С новым маникюром. Красота, надеюсь, все будет хорошо. Блин, на окошко повернула. И ничего с ним не случится. Сейчас покажу, какие мне ноготочки красивые сделали. Пони елочки. Смотрите, какие красивые. Я прям как хотела. Я хотела френчик, чтобы был... Ну, что ты не фокусируешься? Френчик и вот так, короче. Так вот лучше видно. Новогоднее. Так, и пойдемте... Оказывается, запотела камера. Так, я зашла в магазин. Что я взяла? Мандарин, потому что у нас вообще кончились. Ну и на Новый год надо, в принципе. Но тут на Новый год не доживут эти. Лимон. Мы вчера, который ели, у него корка такая сухая. Но он нормальный был, лимончик. Так, взяла филе. Грудку взяла. И взяла филе. Девчонкам понравилась курица. Вот такая вот. И взяла приправу еще такую же. Так, масло, это на молочную девочку, это на греческий салат сыр взяла, растительное масло просто взяла, у нас закончилось, там еще капелюшка осталась, потом сок на Новый год уже, потихоньку, чтобы потом все сразу не тащить, не знаю, хотели, все любят разный сок, поэтому не знаю, как с соками поступим, ну, в общем, пускай пока там стоит. Так, сыр я показала, два штуки, это тоже на молочную девочку. Колбаску на салат, что-то взяла с индюшатины, почитала, вроде по составу нормально, не знаю, ни разу не брала, вкусная, нет. Так, опять же, у нас идет на торт, я покупаю, сломала я свой этот, покупаю по-прежнему сахарную пудру, тут ее прям много, 8 штук. Разрыхлитель, плюс еще ванилин, лимонную кислоту взяла, чайник надо почистить. У меня он что-то заэтовался. Ну, а это на подарок. Хотела еще пюрешки взять, но про них вспомнила только когда уже была на кассе. Поэтому пюрешки будут и вечером. Так, это все на подарок. Ну, в общем, вот и все. Получилось у меня по сумме 2. Где там мой чек? Огромная какая-то сумма получилась. Вроде ничего не берешь. 2470 за вот эти все продукты. Не понимаю, почему ты не фокусируешься. Камера. Я чуть передвинула, и она не фокусируется.
Вот такие вот дела. Да, я с работы помылась. К сожалению, не успела поесть. Ну да ладно, у нас сегодня будет ужин. Короче, пока на работе была, тут ногти сделала, прибежала, всю распаковочку вам сделала и побежала на работу. Вот с работы только приехала, и нужно идти с Варюшкой на английский. Так что в планах сейчас ходить на английский. И там еще хочу посмотреть в Мариэра зайти. У них бывает там вкусный салат. Свеженький, зелененький. Я хочу у них зелень посмотреть, потому что в Пятерке... А, нет, я сегодня не в Пятерке была. В Пятерке не знаю, что. Была в Монетке. Закупка у меня была, кстати, ногти живы. Выжили после работы, все нормально. Надеюсь, завтра. Завтра вообще планируется тоже работа. Я так и знала, что будет вот такая вот. Люди везут прямо перед самым Новым годом. Ну да ладно. Чихающий ребенок у меня там. Так что все, Варвар, собирайся. Пойдем на английский. И приду, буду готовить ужин. Есть хочу. Прям вообще капец как сильно. Надо хоть водички попить. Так, вернулись мы домой. Сейчас опять будет очередная распаковка. Я сегодня занялась закупками продуктов. Ну и практически все купила. Там осталось. Варвара у меня хочет новогоднюю ночь чипсов. Короче, чипсы остались. И остались овощи. У меня не помидор. Огурчики я сейчас взяла, но я взяла их прямо сейчас и поесть. Сейчас поставлю сначала греть водичку, наверное. Хочу приготовить макароны. Съесть сыр. И хочу пожарить мясо. Как еле такое же. Я купила приправу специально, не знаю. Жарить мясо? Да. Сейчас поставлю сразу жарить. И будем делать распаковочку. Нет, я жарить сейчас не поставлю. Сначала вам все покажу, потом мне надо переодеться. Я поставлю водичку на макароны. А, я забыла. У меня заканчивается вот эта штука. Новую купить. Я сегодня в Монетке увидела очень красивые ананасы. Но так как я знала, что у меня пакетов дофига, я его не взяла. Надо завтра сходить. Ну или не завтра, короче, сходить купить ананас. У нас еще пятница есть. Я думаю, в пятницу уже там не будет такого выбора. В принципе, остались только фрукты и овощи. Хочу помидоров взять, огурчиков. Салат хотела в Мариэра взять. Раньше у них были, привозили крес-салат, он такой прямо как капустка. Он такой вкусный, но... Девушка сказала, что нынче у них не было его. Не знаю, насколько это, конечно, правда, но... Может, она не обращала внимания на этот салат. В общем, у них была только зеленушка. Я ее, кстати, купила. Что, погнали распаковку. Брала не только на Новый год, еще и домой. У нас у Варвары закончились хлопья. Она ест сыра хлопья. Я взяла и шарики, и колечки взяла. В принципе... и то естся хорошо. Так, взяла сейчас поесть помидорок. Сейчас буду делать макароны. Хочу с сыром и с помидоркой себе сделать. У девчат будет мясо еще. Огурчики. Зеленушка. Тут укроп, петрушка и зеленый лук. Наггетсы. Кстати, наггетсы я так и не поняла, сколько стоят. Сейчас мы с вами посмотрим. Наггетсы. Я что-то вообще их не вижу. Это дизайн. Яблоко. А, вот, Мираторг. 154 рубля. Блин, меня все время жаба давит. 300 грамм, 154 рубля. Я сегодня курицу покупала. Килограмм 256. Это на 3 раза умножить вот эту сумму. И там будет столько курицы. Так, в... Мариэра какая-то акция, не знаю. Мы его берем по 100 с лишним. По 130, по-моему, последний раз брала. Тут он по 74. Я взяла 2. Так, сок. Вот сок на Новый год у нас. Это, кстати, второй сок. Уже апельсиновый есть. Персикового не было опять. Короче, персиковый еще не куплен. Так, и здесь яйца. Все, в общем, и все. Вот это малышатам в подарки. Одной девочке и второй девочке. Подружкины и племяшечки.
Ну, в общем, и все. И 1387 рублей. А еще шоколадка была, но я ее тоже убрала, она тоже на подарок. Ну, в общем, вот такая вот распаковочка. Пойдемте готовить, кушать. И надо поесть. Хоть разочек за день. Было кушать у нас сегодня макарошки с мяском и с овощами. У меня еще какао. Так что всем приятного. У кого-то еще кетчуп. Открытый, открытый бери. Приятного аппетита. Мы собираемся ложиться спать. Еще не знаю, завтра у Варвары точно уроки есть. У Алены уже закончилась учеба. А у Варюшки всего 3 урока. Так что... И классный час. Один классный час. Но все равно и насчет меня, я не знаю, работаю я завтра или нет. Это решается завтра с утра. Поэтому не знаю я. Ой, как хорошо села. Хочу, чтобы тебя было видно. И елочку. Ты куда-то села далеко. Сядь поближе. Николькой. Ника тут что-то... У нее любовь... Ой, ей неудобно. Любовь неудобно. Проснулась, и я пока тут досматривала влог. Не наш. У нее... Это, она в лицо лезет... Облизунчик на нее напал. Так что. Будет вот. Маленький облизунчик. Варвара помылась. Аленушка ждет меня, хочет какой-нибудь фильм посмотреть. А я не знаю, что-то устала. Мне еще посуда стоит. Никто ее, кроме меня, не моет. Мам, пожалуйста, они не моют, они мне ничего не помогают. Они бездельницы. Потому что ты не просишь. Такая, зачем просить? Вы же тоже едите. Ладно. Всем спокойной ночи. И всем пока-пока.